Сегодня мы были в Великобритании и готовили традиционный пирог, пастуший пирог. Мы учим работать с ножом, с теркой, как откуда берутся какие-то продукты, как вот из чего-то отдельного приготовить целое блюдо. Это болгарский перец, да? Сладкий. Потому что они, во-первых, уложили в эту душу, тут они узнали об этом больше. Едят с аппетитом. Зачем даже те, кто не очень хорошо ест овощи дома.